Бой Сэма Алви против Алекса Николсона первоначально должен был состояться на турнире в Маниле, но после отмены ивента этот поединок получил новую прописку. 6 ноября бойцы выступят на турнире в Мехико. Там же, в Мексике, проведет бой Рикардо Ламос, бой которого против получившего травму Биджей Пэна должен был возглавить турнир на Филиппинах. Новым соперником Рикардо станет бразилец Чарльз Оливейра. Еще один сорвавшийся бой отмененного турнира UFC Fight Night 97 между Али Багаутиновым и Киочи Харигучи переехал в Белфаст. И теперь бойцы проведут схватку 19 ноября на турнире UFC Fight Night 99. Милана Дудиева после перерыва в выступлениях длиной в 1.5 года, вызванного рождением ребенка, возвращается в октагон UFC и проведет свой третий бой в промоушене против Марион Рено. 27 ноября на турнире в Австралии бойцы наилегчайшего веса Бен Гуэн и Джин Геррера проведут между собой бой и постараются закрыть поражения, заработанные ими в своих ранних поединках. Гуэн от Луиса Смолки, а Геррера от Али Багаутинова. Американец Джон Так и местный австралийский боец Дамиан Браун встретятся в октагоне в рамках легкого веса. Чемпион Беллатор в легчайшем весе бразилец Эдуардо Дантас проведет бой-реванш против Джо Уоррена на турнире Беллатор 166. В первой их встрече победа осталась за американцем. Бой экс-чемпиона Беллатор в полулегком весе Пэта Курена возглавит турнир Беллатор 167. Соперником Курена станет Джон Тейшера. 10 декабря на турнире UFC в Олбани Алджамейн Стерлинг вернется в октагон после первого в карьере поражения и проведет бой против опасного бразильца Рафаэля Асунсао. В рамках этого же турнира бойцы полутяжелого веса американцы Кори Андерсон и Шон О'Коннелл выявят между собой сильнейшего. Там же и в том же полутяжелом дивизионе сойдутся в бою Патрик Каммингс и Джан Виланте. Возглавит же турнир во многом неожиданно бой в тяжелом весе. Дерек Льюис в главном событии вечера встретится с бойцом из России Шамилем Абдурахимовым. Топовый полулегковес, находящийся на 5-й строчке рейтинга UFC в своем дивизионе, Кап Свонсон проведет бой против набирающего обороты южнокорейца Ту Хон Чоя, расположившегося на 14-й строчке того же рейтинга. Боец из Германии Даниэль Вайхель 16 декабря проведет бой на первом ивенте Беллатор в Ирландии. Противником немца станет местный боец Пол Редмонд. Главным событием турнира в Дублине станет бой в тяжелом весе между Кинг Мо Лавалем и японцем Сатоши Ишии. Бой в женском минимальном весе между американками Пейдж Ван Зан и Мишель Уотерсон возглавит турнир 18 декабря в Сакраменто, США. Ронда Роузи возвращается в ММА после своего первого в карьере поражения и годичного перерыва. И 31 декабря на турнире UFC 207 в главном событии вечера встретится с действующей чемпионкой в женском легчайшем весе Амандой Нунес. Там же, в Лас-Вегасе, в рамках полусреднего веса Майкл Пайл посоревнуется с Алексом Гарсией. А на этом у нас все. Если вам интересна такая рубрика, то ставьте лайки и делайте репосты. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Все ссылочки будут в описании.